Дон Жуан – это Мольер. Гениальный, и это одна из лучших его пьес. И веселый, и умный, и игровой театр. Рядом со мной играют такие замечательные мои коллеги, которые стали настоящими мастерами. Спектакль поставил Егор Перегудов прекрасно, весело, неожиданно, ярко, живо, очень сложная и непростая остроумная декорация. И вообще публика на этом спектакле много смеется и думает, потому что это еще очень умная пьеса и острая, очень-очень попадающая в проблемы нашего времени. Сударь, если это вас не привело, извиняйте на себя.